Отряд 5. Мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Понял. Идем. Чего мы их просто гранатами не забросаем? Нет. Она здесь! Ты чертовски прав. Держите позицию! Руками!
Замечен враг! Яков, они ушли. Боюсь, это еще только начало. Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем. Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину. И чтобы его защитить, мои предки построили Китиш. Для чего? Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его силы. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них. Это не твое бремя. Еще как мое. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Стой! Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе. В архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные. Бессмертные. Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят Троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Thank you.
Лара, если пойдешь к собору, берегись. Там полно солдат Троицы. Я знаю, но выбора нет. Я только влез в кого из недобитков выловил. А как они спеклись? Выберем это. Была возможность одного привести, но премия мизерная. Я не стал носить. Да. Один сдался прямо на глазах у начальства. Пришлось его оформить. Они сажают их обратно в старую тюрьму? Только тех, кто может что-то знать об Атласе. Константин собирается задать им несколько вопросов. Остальных они держат около собора. Готовится веселуха. Это должно быть они. Я надеялся, что бросят жребий, кому поручить эту работу. Ладно, ты давно на службе. Пару месяцев. Ну-ну, погоди, я гляну. Не отходи. Что-то происходит. Кажется, отсюда. Еще откуда? Что-то не так. Я проверю. Прикрываю тебя. Я схожу проверю. Сейчас вернусь. Понял. Погоди, что-то не то. Похоже, отсюда. Так, ладно. О чем? Прыгни! Он мертв, понял! Твою позицию! Огонь на подавление! Несем потери! Мы зашли в бой! Thank you.
наемники закончат зачистку, а нас ждут на базе. Оставь их. Понял, у нас чисто. Что он сказал? Что решать с ним. Но он нас рекомендует. А потом будет какая-то церемония посвящения. О как! И что, это все? Слушай, других по несколько лет на контракт идет. Терпение. Чтобы взяли в орден, успехов мало. То есть? Принесем клятву, а потом церемония. Он сказал, скоро сами все узнаем. А, черт! Прочесываем и... Стреляю! Я ее вижу! Убить ее! Прикрой меня! Надел ее! Несем потери! Мочи ее!
Мочи ее! Поберегись! Ложись! Ложись! Кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. Thank you.
ничего, все. И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас — это карта. Он должен указать путь. Что это было? Мне нужен результат. Ставки высоки, как никогда. Мы добрались до нижнего уровня, но возникла новая проблема. Мы потеряли группу прикрытия. Что значит потеряли? Ни связи, ни визуального контакта. Они так как продолжаете действовать? Это нарушает условия операции, мэм. Возникают неоправданные риски. Вы можете выполнить задание без них? Кажется, мы внизу не одни. Мне нужна огневая поддержка. Нет. У нас не хватает людей до псевдонима. Если вы считаете, что вас преследуют, советую ускориться. Он должен быть внизу. Быстрее! Андрюс! Они нашли его! Убить безоружного? Это жестоко даже для тебя, Лара. Хотя, впрочем... Я знаю, почему ты не стреляешь. Убьешь меня, и мои люди тут же тебя прикончат. Хоть с этим они справляются лучше тебя. Заткнись, Анна. Не двигаться! Ты в западне! Убить ее! Живо! Тянут нас вниз! Чёрт! Лара! Лара!
Соглашайся на мое предложение, Лара. Пока не поздно. Поздно стало, когда ты предала мою семью. Я заберу Атлас, Анна. Кто-то там внизу убивает моих людей, Лара. Если им его не найти, то тебе и подам. Иди к черту! Крофт идет к вам. Убейте ее и добудьте этот чертов атлас! Это он. Не иначе. Старая фреска. А это сосуды с греческим огнем. Бессмертная армия пророка. Да еще и с греческим огнем. Они были непобедимы. Фу, чем так? О, нет. Его сожгли заживо. О, Боже! Дайте мне, прошу, дайте мне уйти. Дайте мне уйти. Только не так. Кто на такое способен? Только не так. Что за чертовщина? Эти сосуды, они все еще наполнены греческим огнем. Интересно, он еще горит? Они здесь. Цель обнаружена! Уничтожить! Остальные отряды еще не прибыли! Живо! Ждать нельзя! Есть. Она может скрыться вместе с объектом! Термит готов! Установить заряды! Поджигай! Уберите! Но не повредите объект!
Перехожу в укрытие. Стреляют! Сера, здесь все может взлететь на воздух. Нужно спешить. Она спешит. Не крыть выходы. Нам нужен объект. А Сергуари, мои контрвали. Я бы на это не рассчитывал. Надо срочно найти атом и валить отсюда. Эй, сучка здесь! Так, кажется, я нашла выход. Статуя стоит неустойчиво. Придется использовать греческий огонь.
осталась последняя опора.